Эй, кожаный мешок, чуть-чуть фабрики не желаешь? Приятного аппетита, товарищи инженеры! У нас печенье и лампуся, у вас перерыв на обед, и мы продолжаем строительство нашей макаронной фабрики. Меня зовут Федор, вы на канале Фидисплей, это игра Факторио с модом Красторио. Предлагали мне вообще все это обозвать не Красторио, а Код Сторио, потому что у нас котики здесь. Котики из лампочек. Так, это все шутки, конечно, прибаутки. В общем, какие задачи на сейчас у меня стоят? Нужно обеспечить здесь поставки камня. Камни, чтобы делались печки, и чтобы я мог нормально разворачивать производство свое, переплавку и все такое. Вот, поэтому сейчас нужно будет этим заморочиться. Но, прежде чем поставлять камень, мне нужно скрафтить еще один локомотив и еще один вагон. Потому что я боюсь, что мне вот этих поездов здесь совершенно хватать не будет. Их уже не хватает. И, естественно, доделать вот эту станцию. Поэтому давайте немножко с этого и начнем. Я надеюсь, меня за все это время кусаки не съедят. Так, для крафта локомотива мне потребуется 20 движков. Так, 20 движков и... Чего там еще не хватает? Не хватает стали. Хорошо, заказываю вагон. Так, 20 движков у меня есть. Мне нужна сталь. Сталь делается где-то здесь у меня. Вот, вот тут. Локомотив, конечно, долго будет делаться, но что поделать. Такова судьба у него. Так... Такова у него судьба его. Ивонная, ихняя. Ихняя судьба, ивонная. Так, с... тут, значит, насчет депо нужна батлтен-станция. Батлтен-станция у меня есть в наличии. Можно еще, конечно, заказать. На всякий случай. Все остальное в целом можно отсюда будет забирать. Буры обыкновенные. Где-то они у меня тут были. 41 штук. 18 накрафтилось. Здесь уже у меня, в принципе, собираются на моле. Можно будет буры отсюда забирать. 22 штуки тут в наличии. Поэтому можно смело идти расставлять. И камень. А так, а камень-то откуда я буду забирать? Что-то у меня тут месторождение где-то не видать. Блин, вот это беда. А тут что, в игре каменное месторождение не предусмотрено? Здесь только? 1,9 ляма. Да, беда бедой. Можно отсюда, конечно, 416к забирать. Либо отсюда начать коптить. Так, ну тут загрязнение и так уже довольно серьезное. Да, я, наверное, вот сюда подключу. Пока что временно вот к этой линии присосусь. Тут один фиг, дорога. Блин, нет, ну односторонне делать не надо. Хотя, не, лучше все-таки сделать нормальный пролет вниз, до сюда. И подключить камень. Да, сейчас тогда серия на это, наверное, и уйдет у нас. На подключение камня. Хотя, блин. Слушайте, сколько здесь камня осталось? Здесь камня вообще крайне мало. Катастрофически мало. Поэтому придется камень все-таки, да, возить отсюда. Поэтому нужно будет сделать второй пролет. Сюда поперечину сделать. И подход к камню. Ну, для начала давайте расставим все-таки железную дорогу нашу. Дорасставляем. Точнее, которая здесь должна быть. ЛТН-станция установилась, здесь все окей. Тут проще сделать вот так вот, Ctrl-C, и накинуть просто это вот сюда вот все. Что-то у меня не хватает комбинатора. Блин, капец, как это все долго делается. Локомотив, пожалуйста. Скорость лаборатории у меня исследовалась. У меня практически все технологии уже за зеленой и красной банки исследованы. Ну, тут осталась самая малость. Я остатки, собственно, их и добиваю сейчас. Давай тебя. На, придется подождать. Придется подождать, пока локомотив докрафтится. Потому что в данный момент, к сожалению, возможности нет все это ускорить. Поставлю сюда один, чтобы заблокирован въезд был сюда. Чтобы иначе проблем не началось. Так. Тут потребуется развернуть всю вот точно такую же инфраструктуру. Как бы тут... Давайте-ка я здесь сделаю через красный. Так, тебя сюда, тебя сюда, тебя сюда. И этого товарища нужно будет сейчас заказать. Еще мне нужен сундук. В сундуке надо сделать ограничение. Shift лево, shift право, кнопка мышь. И нужен столбецкий. Все, оставлю пока как-то так. Блин, как же долго крафтится локомотив. Имеет смысл, наверное, все-таки производство локомотивов куда-то в сторону, может быть, вынести. Потому что иначе ждать вообще-то капец.
Ну что, локомотивчик? Можно, в принципе, было бы, наверное, распределить, точнее, не распределить, а спроектировать. Слушайте, я же радар забыл поставить вот сюда. Спроектировать производство зеленых схем, но это нужно все сначала выпилить. То есть нужно будет сходить сюда, все это поубирать. Камень еще вот здесь есть. Кстати, слушайте. Может быть, чтобы далеко-то не тянуть, вот к этому камню подсосаться. Тут потому что инфраструктура практически вся готова. Единственное, меня что совершенно не радует. Сюда просто очень далеко тянуть. То, что загрязнение пойдет, но тут леса. И очень много-то камня, в принципе, мне и не надо. Поэтому часть камня добудется. Да, я, наверное, вот сюда сделаю. Вот сюда сделаю месторождение. И сейчас тогда надо будет достроить в это место железную дорогу. Мне просто неохота вниз сюда строиться. Пока что. Так, готов у нас локомотив. Локомотив прицепляем сюда. В локомотив нужно закинуть чуть-чуть топлива. Так, ну что, станция депо 1 готова. Надо туда сейчас добавить станцию. Так, как у нас там добавляется? Shift, левая кнопка мыши на станции нажимаете просто. Она у вас добавляется. Ну, прямо здесь, в интерфейсе. Здравствуйте, паровоз. Да, сюда видно, что остатков понаехало. Это опять-таки из-за того, что поезда не успевают выгружать. Мусора я отсюда потом увезу. Точнее, не успевали выгружать. Я в прошлой серии, позапрошлой точнее, показывал, что я отключил тайм-аут ожидания. То есть поезда гарантированно разгрузятся сейчас. Теперь. Должны, по крайней мере. Лампочка синяя горит, потому что поезд пока что находится в стадии ожидания, потому что он активен, потому что его углем нагружают. Но это сейчас пройдет. Это сейчас пройдет. Ну, а мы тем временем, наверное, продолжим заниматься нашим камнем. Насчет камня что-то я погорячился. Надо сначала с углем разобраться, наверное. Так, но запрос на камень я сюда все-таки сделаю. Еще я хотел проверить, то, что тут фильтр выставлен. Да, фильтр на камень выставлен. Здесь камня, значит, у нас будет запрашиваться тоже на 4000. Минус 4000. Насчет угля. Насечет. Надо слегка добежать. Да, все-таки вот эти вот бачки здесь вполне пригодились, потому что сейчас иначе бы поезда мусором нагрузились все. Бегать становится слегка некомфортно. Надо все-таки, наверное... нужно произвести еще один дополнительный какой-то локомотив. Но надо наделать для дополнительного локомотива будет двигатель, потому что без двигателя мне его не построить. Что-то у нас тут на боты доделывать успевают потихонечку. Я буду сейчас везде вообще достраивать все, что осталось. Из вот этих вот, из всех вот ребят. Но в первую очередь все-таки уголь. Уголь и все производство, которое мне требуется. Так, уголь у нас будет... Уголь у нас будет здесь. Блин, а вот здесь придется немножко сместить добычу. К сожалению. Но тут слегка тут кривовато получается. Это не есть хорошо. Так, тебя сюда. Вот, как-то так. Ты пойдешь в эту сторону. Ты сюда. Ты сюда. И дальше можно вернуть. Как она шла. Как шли, так и шлют. ...213, 500. Ну, тут сойдет. И надо, наверное, вторую еще параллельную линию пустить. И объединять их где-то здесь через сплиттер. Так, объединять я буду вот в этом месте. Тебя поворачиваем. Не знаю, сколько здесь буров у меня влезет на все это дело. Так, соседние буры пойдут сюда. Да, и буры внезапно кончились. По крайней мере, ленту можно сейчас протянуть будет, чтобы видно было, где это все пойдет. И, естественно, все это запитать электричеством. Электричеством сразу буду вот такую большую площадь запитывать. Прям вообще все, чтобы буры запитались у меня. Можно, конечно, схему было бы немножко тут переделать под более современные вот эти столбы, которые в Красторио есть.
Но, честно говоря, в принципе, меня это устраивает, так что не знаю. Ну и главное, ведь лень. Лениво все это переделать. 20 раз стоить опять. Надеюсь, для этого пока что угля хватит. Надо посмотреть вообще, поставлен тут лимит на уголь или нет. Что я что-то не помню. Да, лимит на уголь поставлен. Хорошо, сейчас тогда разберемся с камнем, чтобы у меня начали производиться наши печки для переплавки. И у меня кончились большие столбы. Длинные опоры кончились. Так, с длинной опоры... Я надеюсь, они производятся сейчас у меня, потому что не помню. Вот прошло чуть-чуть времени, и уже все забылось. Вот как так? Память, что ты делаешь? Да, готово. Хорошо, будем это изучать. Все технологии доизучаю. Вон какие-нибудь гранаты усиленные можно изучить. Пускай тоже будут. Потому что синие банки пока у меня не исследованы. Просто если бы можно было задачи распараллелить, кто-то уже, наверное, на каком-нибудь сервере уже все бы это сделал. Но мы не на сервере, поэтому как есть, так есть. Насчет столбов. Столбы где-то здесь у меня были. Здесь я полтинник. И надо взять короткие. Короткие сюда. Следующее, что мне потребуется. Вообще надо бы, наверное, нахватить все, что нужно. Вот всякие синие манипуляторы. Во, обязательно мне нужно флиртующие. 50 возьму. Так, синих мне потребуется тоже полтинник. Чтобы просто не перегружать свой инвентарь. Стенку надо куда-нибудь выложить. Страдание перфекционистов будет. Ладно, я пошутил, что. Скину вот сюда. Так, следующее, значит, комбинаторы. Да, надо еще кабелей, наверное. Ну, блин, тут такая серия про закупание в моле будет. Во, вот этих ребят мне надо. Вот этих ребят мне нужно обязательно. Собираются они, конечно, мега медленно. Мне нужны комбинаторы. Один. Второй. Блин, здесь какие-то дрова с углем опять появились. Ненужные. Так, дрова, давайте. Насос тоже, давай куда-нибудь. Потом я отсюда это уберу. Мне сейчас вот реально неохота на базу бежать. Что-то далеко. Провод этот надо убрать отсюда. Он тоже не нужен. Остальное все можно оставить. И нужно дособирать комбинаторов. Так, комбинаторы я вынесу вот сюда на панель. Так, комбинатор такой. Комбинатор такой. Комбинатор такой, комбинатор сякой. И мне нужны провода. Зеленые, красные. Так, соточка. Да, зеленых больше накрафтилось. Выключать электроэнергии мне пока что не нужен. Вроде окей. Можно тогда подключать, в принципе, камень. Было бы. Хотя камень можно как побочку, конечно, использовать. Ну, забирать вот. Где он тут у нас? 1,9К. Но этого камня вообще очень на мало хватит. Так что я пока на него просто забил болт, на этот камень. Слушайте, а поезд у нас нет пути? Да как? Замечательно. Блин, игра. Почему ты такая, а? Хотя, на самом деле, это просто невнимательность самая банальная. Вот, вот не заметил. Потом сидишь, чешешь репу. А в чем проблема? Типа, игра, нормально же общались. Все, поезд поехал. Это наверняка запрос за углем, да, у нас пошел? Ну да. Что-то как-то весь уголь вообще израсходовался из бачка из этого. Неожиданно. О, по крайней мере, практически полная компрессия пошла. Но наша задача сейчас камень подключить. Подключить камень и доделать железную дорогу направо туда. Я, знаете, что еще думаю? Возможно, имеет смысл усилить оборону справа, где у меня будет добыча камня стоять. Потому что там иначе могут начать набегать. Вообще надо бы инспекцию сделать по обороне. Во, вспомнил, мне же радар нужен был. Вот эти мелочи постоянно забываются, приходится возвращаться. Но здесь, в принципе, проблем-то никаких нет, то, что я вспомнил, и вернуться тут недалеко. Так что радар сейчас впендюрим сюда. Радар нужно поставить где-то... Чтобы он вот это черное пятно закрыл. Блин, деревья, остановитесь. А деревья, конечно, все метеоритами повыпиливать... Метеоритами... Термитами повыпиливать будет. Метеоритов сюда никаких не надо, а то это будет плачевно и печально.
Так, вот в этом чанке она должна стоять. И чуть-чуть выше. В этом чанке. И напротив. Так, напротив вот этого радара. Где он тут? Вот в этом чанке его нужно установить. Тут придется тогда сейчас отсыпку сделать. Прямо на углу чанка. Можно, в принципе, его туда ставить. Так, радарчик, пожалуйста. А тот радар слева я уберу. Сюда радар. И столбами все это подключить. Где у меня линии электрические? Чуть-чуть слева. О! Так, не понял. Вот так вот. Сейчас все должно работать. У меня идет атака. Атаку благополучно отбили. Надо следить, чтобы патроны, конечно, не кончились там. Заповедник имени Куси Кусева. Я, кстати, не знаю, буду ли я ловить тут кусаку, но кусака мелкий здесь останется. Это факт. Можно будет заманить, потом поймать, сделать зоопарк. Но это чуть позже мы посмотрим. Потому что такую фишку мы уже делали на самом первом сезоне, я там ловил на стримах. Забавная довольно вещь. Ну а сейчас мне нужно убрать излишний радар вот отсюда. И все-таки дальше мы вернемся на камень. Итак, радар, вы слабое звено. Убираем радар. Не знаю, сколько здесь за света у меня потеряется. Ну, какая-то часть выпадет. Но я думаю, это не страшно. Хотя, блин, довольно существенная часть, конечно, отвалилась. Можно вот этот радар сместить, было бы сюда в сторону. Но нет, оставлю это как есть пока что. Не хочу я лишние 1,8 мегаватт тратить на это дело. Вот просто совершенно не хочется. Но за свет меня бесит. Верну-ка я радар на место. Недолго мучилась старушка. Оставлю так, пофиг. Потом оптимизирую. Всю электроэнергию все равно это не сделать. Всех денег не заработаешь, все такое. Любой удобный эпитет можно применить. Так, не-не-не-не-не-не-не. Вот это я лучше раздолбаю. Почему-то деревья, которые отмечены крестом, они термитами не убираются. Не знаю, почему так. Но почему-то такая фигня есть. Уничтожили столб деревянный. Эти столбы вообще, кстати, надо отсюда убрать. О, вот так надо сделать. До свидания, деревья. Все, практически все готово у нас к тому, чтобы располагать вот это производство. Как только камень я подключу, я надеюсь, в этой серии я уже установлю все вот это вот. Крайне на это надеюсь. Блин, иначе просто уже все, ну, оттягивать конец уже некуда просто. Итак, у нас тут все концы уже оттянуты. Отстаем от графика и все такое. Все полимеры просраны, ну. У меня аж сердце ёкнуло от этого поезда. Ездят тут всякие. Когда-нибудь меня эти паровозы тут задавят точно. На машине ездить не хочу, опять куда-нибудь врежусь, что-нибудь сломаю. Буду ходить пешком. Ага. И здесь скоро загрязнение дойдет. Надо за этими ребятами следить. И тут скоро дойдет. Ну, тут понятно. Это отобьется. Кстати, загрязнение станет меньше. Так, не понял. А, блин, тут просто радары сканируют из этого такая фигня. Загрязнение станет меньше, когда мол перестанет работать. Он просто сейчас работает, загрязнение выдает, поэтому такая фигня происходит. Блин, поезда носятся как умалишенные просто. Аж страшно смотреть на них. Можно, кстати, сразу же, раз я сюда пришел, не только сделать добычу камня, но и зачистить немножко места под зеленой микросхемой. Ну и в целом сюда поставить. Так, где-то у меня схема тут была. Так, зеленая микросхема у нас потребует медная плита, медная проволока. То есть медный кабель. Ой, медная пластина и железная пластина. Так, медь у нас будет. Точнее, зеленая схема у нас будет делаться тут. Это можно расставить сразу тогда. Блин, придется сейчас деревья все-таки собирать. Некоторые. Так, ну вас нафиг. Все это крайне долго. О! Оптимизация гранатная. Ну что, давайте устанавливать. Сколько у меня ЛТН-станций осталось вообще? Может быть, мне их не хватит?
У меня их вообще не осталось. Две нужно заказать. Так, а здесь потребуется вот это вот выпилить. Тут, конечно, надо будет немножко по карте сориентироваться, где будет зеленая микросхема, сам по себе значок находиться. Потому что мне бы надо, чтобы он прям посередине находился, то есть вот где у меня персонаж находится. А, ну он здесь и есть. Замечательно, значит, я угадал здесь со всей этой фигней. Можно тогда пойти на камень. Но для начала нужно достроить железную дорогу, иначе поезда у меня тут не проедут. Тут почему-то тоже ничего не расставилось, не установилось. Давайте наноботы, вырубайте. Блин, и вот что, вот, если бы у меня наноботов не было, что бы мне все руками вот это все расставлять? Ну это ж вообще можно с ума сойти. Ага. Тут видно, что провалы. В режиме карты можно мониторить, где дырки есть. Я просто здесь на радаре заметил. А то так не досмотришь, и потом ищи-свищи, где проблема. Не знаю, справа получится ли мне сделать эту крестовую развязку между вот горизонтальной и вертикальной линией. Надо будет сейчас посмотреть, как раз до туда дойду. В принципе, рельс и светофоров мне должно хватить, я надеюсь. Что-то 500 штук. Хотя можно вот так посмотреть, докуда она доходит. Так, развязка здесь. Отсыпку мне тут делать совершенно не хочется. Но здесь отсыпки немного. Можно даже, кстати, посчитать. Сколько тут. Ну, не посчитать, а примерно прикинуть. Засыпать тут надо вообще небольшую часть. А тут можно выезд сюда и на камень. Чтоб не городить здесь каких-то огородов вот отсюда. Блин, отсыпки у меня с собой мало. Я тачку с собой не взял. Ладно, что-нибудь придумаем сейчас. Так, тут кусок почему-то не установлен. Придется тогда идти сначала вдоль одной, ну, вдоль прямого пути, потом вдоль обратного. Иначе просто радиуса наноботов не хватает. Прокачивать мне радиус пока что возможности нет. Там требуется нефтянка, требуется синий банк, насколько я помню. Могу, конечно, ошибаться на этот счет. Хотя, может быть, мне и железной дороги не хватит сюда. Что-то как-то ее много расходуется. Не учел я этого момента. Так, надо убрать. Какие-то взрывы вообще мега громкие получаются от этих скал. Уж я не знаю, почему так. А здесь наша отсыпка. Отсыпка будет. Отсыпку, конечно, можно было бы сэкономить. Так, здесь у нас поезд поедет вот сюда и вот в это место. Блин, нет, сэкономить не получится. Придется за ней все-таки пойти. А, совершенно не хватило. Я думаю, что 5-6 стаков здесь, наверное, надо взять будет этой отсыпки. И, наверное, рельс не хватит. Блин, лес. Лес, иди лесом. Лес, пожалуйста. Кстати, убийств. Нет, жуки, смотрите-ка, пока что главные враги. Но лес догоняет. Хотя если деревья сложить, 730 плюс 24. Да, до деревьев еще далеко. 730. Хотя в сумме они, наверное, может быть и могут обогнать, потому что этих деревьев капец. Опять же, я не настолько активно их гранатами выпиливаю. Ну блин. Убивание леса, это, конечно, топ-контент вообще. Так, здесь надо, наверное, немножко поверх поставить. Что-то типа того. Да, может быть, 3-то стака и мало будет. Возьму побольше, сколько у меня тут влезет. Стаков 8 возьму, или сколько там накрафчено, чтобы нормально отсыпку тут сделать. Ну, а дальше, я думаю, мы продолжим. Наконец-то я дошел до базы. Да, надо взять тачку, потому что пешком ходить что-то... У меня вообще уже перспектива не улыбается. Слишком долго. Слишком много времени на это уходит. Так, ну для начала надо пополнить все-таки мой запас. Надо взять наноботов. Так, наноботов... Следующее... Такая, до полного стака увеличу. Следующее, что нужно взять, это, наверное... Да не, наверное, точно. Это надо взять железную дорогу. Так, железная дорога здесь.
Сколько там мне потребуется? 7, 8, 9 стаков. И мне нужна отсыпка. Отсыпка у меня производилась вот в этом месте. Сколько там говорил, стаков 8 взять? Надеюсь, этого хватит. И надо сейчас взять тачку и ехать на тачке. Потому что я устал пешком ходить. Серьезно. Точнее, наоборот, это не серьезно. Вот столько вот мотать. Это ладно, я на монтаже, конечно, подрежу. Вот это вот путешествие все из Петербурга в Москву. Но, блин, ну его нафиг. Тут, кстати, что у нас с производством? Я так понимаю, производится уже практически все, помимо, точнее, кроме вот этих печек. Тачка. Давайте. Главное, ни в чем не врезаться. А то оно бывает. Так, слушайте, здесь у нас... А, ну здесь все в порядке. Синий сигнал, значит, поезд готов к тому, чтобы фуницеклировать. Поэтому ждем просто, пока запрос появится. Так, а еще забыл посмотреть. Мне бы надо бы узнать бы по поводу зеленых схем. Так, вот здесь. 566. Да, что-то с медью у нас вообще какая-то проблема. Тут, конечно, меди еще хватает. Но производство ее явно недостаточно для... Началось. Что вы? Как я могу не врезаться в дерево? Что вы? Ну тут не может же такого быть. Ну и здесь я заодно, в принципе, тачка сейчас уберу. Заодно, в принципе, дострою. Так. А ничего лишнего-то не вылетело? Потому что, насколько я вижу, здесь, да, тут железная дорога не достроена. Нужно ее доделать. Тут я, наверное, часть все-таки выпилю гранатами, чтобы как-то нормально станцию развернуть под камень, который будет камень-то нагружать у нас. Потому что камень мне нужен. Не знаю, может быть, не имело бы смысла вот так сильно заморачиваться, но с другой стороны, мне наверняка месторождение камня когда-нибудь понадобится, и мне в другой раз его не придется делать, оно у меня уже будет готовое. Поэтому, наверное, имеет смысл все-таки его доделать. Все круто, но доделывать. Здесь остался пролет один. Недостроенный. Тем более, вроде как, проблем-то никаких тут нет. За исключением того, что нужно просто доделать отсыпку. Так, по поводу отсыпки. Отсыпка будет сюда. Тут можно не заделывать. Смысла нет. У меня осталось... Отсыпки еще дофига осталось. Я думаю, хватит тут на все про все. Так, сюда можно не направлять дальше. Задача сейчас будет сводиться к тому, чтобы вот с этой линии угнать куда-то налево поезд. Соответственно, мы это все засыпаем. Так, готова у нас технология на гранаты. Слушайте, у меня скорость, да, не исследована. Блин, ну это печально. Давайте-ка вот так вот сделаем. То я тут всякий мусор исследую, а мне бы военка не помешала. Нормально. Так, значит, уходит сюда. Здесь можно поставить обычный светофор, как заглушку. И возврат будет вот на эту вот, опять же, линию. То есть возврат будет откуда-то... Куда-то отсюда же идти. Деревья. Так, линия пойдет здесь. И сейчас нужно будет тогда все это спроектировать. 2. Термиты просто очень долго грызут. Я конечно, остатки термитами дозачищаю. Потому что выбора особо не будет. Хотя, с другой стороны, термиты, как по мне, так вроде как больше площадь, да, сжирают у нас. О! Не знаю, может быть, термитами было бы и быстрее. Черт его знает. Что-то как-то я не обращал никогда на это внимания. Так, здесь нужны бомбы. О, практически зачищено все.
Как жаль, что деревья наконец-то будут уничтожены. Я, кстати, не знаю, идет ли это в зачет уничтоженных деревьев или нет, если я термитами их уничтожаю. Если идет, то тут можно так разогнать просто количество убитых деревьев, что это капец. Причем полный капец будет. Сколько мне здесь потребуется буров на все это дело? Я думаю, не очень много. Для начала надо, наверное, ЛТН-станцию сюда воткнуть. Так, ЛТН-станция. Чертежик. Это у нас станция-провайдер, то есть снабжающая. Станцию-провайдер мы ставим сюда. Так, пока что я Patreon не актуализировал, поэтому буду называть станции как есть. Надеюсь, через несколько серий все это я уже переименую. Потому что я записываю серии заранее, а полный список будет только 5 числа. Соответственно, после 5 числа я все это переименую. Так, это сюда. Здесь ставим светофор. На выходе тоже нас светофор будет воткнуть. Давайте, выпиливайтесь. Конечно, может быть, зря я столько много деревьев тут уничтожаю, потому что они бы могли поглощать загрязнение. Но налево загрязнение как бы пофиг. Там все равно ему еще далеко ехать, этому загрязнению. Ну, точнее, распространяться. Учитывая то, что всего один поезд сюда будет ехать, мне, в принципе, на всем протяжении пути вот этого совершенно не важно, будут ли находиться... Так, давайте-ка включим. Совершенно не важно, будут ли находиться светофоры какие-то. Так, в этом баке нужно сделать ограничение. Хотя ограничение лучше все-таки делать через погрузчики. Так, погрузчик, крафтить. Через погрузчики и лент. Сюда. И вот так вот. Если камня меньше... Сколько мне тут потребуется? Пускай тоже 8 тысяч будет. Если камня меньше 8 тысяч установить, то эта фигня работает. Тут, соответственно, погрузчик идет. Так, и сбор здесь будет идти. Блин, криво. Ну, как-то так, наверное, поставить. Я думаю, сойдет. Думаю, сойдет. Тут, правда, конечно, дисбаланс, наверное, по лентам получится. Но вот этого количества буров мне на первое время хватит. Я не хочу тут очень сильно коптить. Смысла нет никакого в этом. Так, и буры эти будут у нас от столбов сюда и сюда. И останется... Так. Останется длинные столбы поставить. Давай, столбик. Что, проверяем. Да, столбы начали... Ой, буры начали работать. Пускай, в общем, добывают. Камень практически в сети у нас. Сейчас-то все подключить, проблем никаких совершенно не составит. Единственное, что нужно сделать, наверное, ограничение выезда. Так вот. Я все-таки привык блок участки четко вообще вот ограничивать, потому что иначе можно запутаться когда-нибудь. В конечном итоге. От перфекциониста вот такая дорога. Но здесь вообще вот каких-то вообще каких-то тут особых перфекционистичных прямых линий или кривых линий совершенно не надо, поэтому делаю как есть. Все, надеюсь, я ничего не перепутал. Потому что я мог. Блин, и вот насчет все-таки загрязнения, которое сюда пойдет. Ладно, буду наблюдать. В любом случае, здесь если прорвут, я сейчас поставлю несколько турелей на случай прорыва стены. Стену, как я уже говорил, укреплять я не хочу, смысла в этом никакого нет. И где прорвут, где будет видно, что основная атака кусак пошла, там и устанавливать. А здесь бессмысленно и беспощадно просто сейчас ставить. Точнее, не здесь, а стену укреплять. Но вот это сделать можно. У нас где-то атака идет. Ну, естественно, здесь. 17, 9, 10. Так. 19 потрошек. И здесь, пускай тоже 19. Сойдет. Надеюсь, сильно не съедят. Ну, сейчас нужно вернуться на базу. Камень как накопится. Камень как накопится. Так подвезется, и у меня начнут производиться печки. Печки можно будет начать расставлять.
Едет у нас паровоз, и знаете, у меня случилась небольшая тут проблемка. Я пока тачку отсюда собирал, она где-то у меня выпала из мешка, и сейчас у меня тачки в кармане нет, то есть тачка тупо пропала. Я не знаю, либо она совсем исчезла, либо тачка вывалилась куда-то на землю. Я сейчас в поезд сяду, чтобы на поезде доехать. Блин, это крайне печально. Вот прямо сейчас только заметил, и тачки вообще нигде не наблюдаю. У меня был полный мешок, и я начал подбирать тачку. Ну, помните, да, когда я на ней приехал? Приехала где-то вот в это место. И сейчас я смотрю, тут никакой тачки я не наблюдаю. Что топливо из тачки в мешок пошло, а сама тачка куда-то исчезла. Возможно, это баг некоторый. И надо баг-репорт отправить насчет того, что тачка пропадает. Но, может быть, она где-то валяется. Просто если бы тачка нормально валялась, я бы ее давно уже заметил. Я что-то ищу, а ее все нету и нету. Печально. Ладно, поедем на паровозе. Остался я без тачки. Тачку придется новую собирать. Что у нас на новую тачку? Так, тачка у нас в вооружении, да, была? 8 движков нужно, твердотопливных. Ура, приехал камень, наконец-то. Как жаль, что ты наконец-то приехал, камень. Сейчас начнутся у нас крафтиться печки, а я пока схожу, закажу движки, чтобы собрать новую тачку. Потому что вот такие расстояния преодолевать уже в ручном режиме, ну, не знаю, такое себе удовольствие. Хотя можно персональный локомотив скрафтить. Это, наверное, даже еще лучше будет. Надо в таком случае побольше ресурсов закинуть, чтобы однозначно много движков скрафтилось. Чтобы таких сюрпризов больше не происходило, иначе это печально. Крайне печально даже, я бы сказал. Так, что у нас нужно на движок? Надо посмотреть. На движки у нас требуется железо. Железные пластины только и все. Так, железные пластины. Надо тогда запас взять какой-то, сколько тут. Ну, вообще на все деньги возьму. Они так или иначе скрафтятся, эти движки. Досадно, конечно, но не смертельно. Так, тут нужен ящик. Так, 4 стака сюда. И все стаки туда. Тут два движка имеется, это, конечно... А, еще железные балки нужны. Так, железные балки я сейчас тоже заберу. Тут, в принципе, железные балки должны были в печках скопиться уже. Некоторое количество. Так, тут нету. Вот здесь есть. 14. 116. Не хочу считать, сколько там их потребуется. Я просто целую кучу скину этих балок железных. Так, с излишек. Тут, кстати, я все хожу. Тут надо давно было поставить. Вот так вот. И приоритет входа влево, чтобы отсюда вначале забирался уголь, потому что мне надо месторождение вырабатывать. А только потом отсюда шел. Что это такое? Резерв получится. Так, что у нас с крафтом? Движки поехали. Скоро будет 8 движков, можно будет первую тачку сделать. И дальше ждать, чтобы вагон накрафтился. Хотя, может быть, я совсем подожду, пока совсем там не будет на производство локомотива еще одного. Так. Это надо скинуть сюда. И осталось... По большому счету, у меня так-то уже все есть. Все, что мне пригодится. Да, поезда ездят, оставляют за собой загрязнение. Забавно сделали. 644. Давайте-ка проверим насчет наших печек. О, аллилуйя, печки начали крафтиться. Можно смело тогда расставлять вот это все дело. Что я, собственно, и хотел. Потому что, блин, ну все уже, совсем резину тянуть куда. Так, а здесь лишний камень нужно скинуть. Что я хочу уже сделать обогащение. Потому что вот этой медной руды мне тут совершенно не хватает. Обогащение нужно сделать. Обогащение это нефтянка. То есть нефтянку нужно вырабатывать. Плюс нефтянка мне позволит здесь поставить огнеметы. Огнеметы это всегда хорошо. Ну, кому-то не очень хорошо, кусакам. Так, еще мне надо выкинуть отсыпку. Чтобы она мне тут не мешалась. В таком количестве. И забрать. Так, у меня 3 склада. Флиртующих 44 штуки этого хватает. Мне, наверное, нужны еще будут ленты сейчас. Сейчас их заберу оттуда смола. И в целом, наверное... Да, и куча манипуляторов надо. Что желтых, что синих. Потому что я сейчас пойду расставлять. Сколько? 12. Надеюсь, пока я все расставляю, она крафтится. Тут, потому что сейчас вроде как недалеко бегать. Ленту можно отсюда подворовать. Чего нет? Вообще, надо бы вот эти колхозы бы все отсюда уже убирать потихоньку.
то время идет, колхозы стоят, новое производство уже добавляется, а колхозы как стояли, так и стоят. Ну, зачем? Костыли велосипеды, понятно, что это, конечно, топ-контент, костыли велосипеды, но, блин, все равно так-то не то пальто это. Сколько печек накрафтилось? Вот в чем вопрос. Манипуляторы, значит. Желтые. Возьму вот так вот. Синие. Два стак. Печки. 17 штук. В одном массиве 20 печек у нас получается. Нет, 24, да, печки. И 40 на железных балках. Блин. Кстати, если до 48 печек увеличить массив, то вполне себе можно на красные ленты перевести. То есть в два раза длиннее его сделать. Но это можно позже будет делать. Да, печки, конечно, чудовищно долго крафтятся. 19. Вот эти костыли вот все мелкие, это, конечно, капец. Забавно. Так, а железная дорога? Ограничение стоит. Все, остальное вроде как у нас накрафчено уже. Вот этих, кстати, ребят надо взять. Да, остальное мне пока что не нужно. Наверное, в следующей серии я уже, может быть, буду нефтянку в ЛТН заводить, если успею расставить все вот эти заводы, потому что все равно это время какое-то потребует. Так, тебя надо забрать. Что, пойдемте устанавливать наш первый цех. Итак, наш цех на переплавку железных пластин. Давайте потихонечку начнем устанавливать. Надеюсь, мне всего на это хватит. И сюда нужно сейчас будет поставить станцию запроса, станцию снабжения. Единственное, что нужно определиться, какая будет ближняя или дальняя от железной дороги станция запроса и какая станция снабжения. Потому что я бы хотел все-таки, чтобы на всех станциях была унификация. Это у нас тут самые первые такие одинаковые цеха получаются. В моле у нас сделано... станция запроса ближний, да, идет? Черт, здесь какая-то дырка получилась. Ну вот, не хватило три печки. Совершенно чуть-чуть. Хотя пофиг, что на моле у нас будет. Совершенно. Давайте станция запроса будет вот эта внешняя. Из нее просто проще будет кучу ресурсов забирать. А станция снабжения с готовым ресурсом будет снизу. Просто, я думаю, так реально проще будет. Поэтому берем ЛТН. Станция. Так, станцию запроса ставим сюда. Нет, станцию запроса ставим сюда. Потому что должен привозиться уголь и обогащенное железо. Так, и станцию провайдера снабжения ставим сюда. Тут в данный момент комбинаторы отключены, и они не настроены. Плюс не подключено электроснабжение. Так, тут все окей. Электроснабжение тогда, в принципе, можно через большие столбы подключить. Где-нибудь. Вот так, наверное, чтобы покрасивше было немножко. Так, станция готова. Значит, станция снабжения. Провайд трешолд поставить, наверное, побольше имеет смысл. Сколько там? Пускай будет 4000 пока что. Станцию снабжения включаем. А станция запроса, она будет у нас запрашивать 8000 угля. Надо ли столько здесь? Если 4 request threshold. Так, давайте-ка 4500 уголь будет. Чтоб слишком часто тут не катать с этим углем. Ну хотя можно 5000 поставить. На уголь минус 5000. И 8000 на обогащенное железо. Вот, что-то типа того. Станцию можно запустить. Поезд поехал, уголь. Так, и здесь у нас будет готовый. Готовый продукт выходит у нас с этой ленты. С этой ленты. И заходит в бачок. Так, тут у нас пойдет подземный. Заходит в бачок. Где-то... Где-то как-то вот так вот.
Раз погрузчик, два, три. Три погрузчика нужно. Один будет готовое железо сюда выгружать. Вот в этот бак. А два погрузчика будут забирать уголь и обогащенное железо вот сюда вот. Вот к этим ребятам. Хотя обогащенное железо... Нет, ладно. Ставлю как есть. Вообще нужно сделать так, чтобы схема была унифицированной на все. Блин, как бы тут лучше замутить-то. Потому что она будет все равно вот сюда вдали расширяться. Подходить оно должно... Ладно, пока сделаю как есть. С этой оптимизацией позже. Сейчас иначе будет переоптимизация какая-то ненужная. И ничего хорошего с этого не получится. Так, сверху выходит уголь, снизу выходит обогащенное железо. Так, ты сюда. Ну вот начинается. Начинается какая-то фигня. Не хочу я сейчас совершенно вот это все проектировать. Так, поэтому сделаем вот так. Здесь в случае чего можно сделать поворот какой-то будет. А вот этих ребят сейчас я вот сюда вот объединю и выведу на эти ленты. Выведу на эти ленты. Тут ставим сплиттер. И через подземный... Вот так вот выводим. Ну, чтобы с одной стороны уголь ехал, с другой ехало обогащенное железо. Уголь, железо. Все, оно поедет сюда. Тут нужно поставить столбы. Столов, потому что тут нифига нет. Так, столбы начну ставить вот отсюда. Хватает два столба, чтобы покрыть вообще весь цех. Точнее, не цех, а всю вот эту часть цеха. Один столб можно сюда воткнуть. Почему-то энергии мне все равно, да, не хватает. Вот, вот так. Все, осталось дождаться топлива. И готовый продукт поедет у нас вот сюда. Здесь пойдет погрузчик. Оставшись. Что-то как-то поезд долго сюда едет. А, вот, приехал. Приехал сюда. Поехал у нас уголь. Сяду в поезд. Угля приехало 3,7к. Ладно, на этой... положительной ночи, на этой положительной ноте серию я буду, наверное, заканчивать. Подвели мы все, что нам нужно. Подвели камень в этой серии. Камень у нас едет на мол. Тут собираются у нас печки. Печки эти будем разворачивать дальше уже в следующей серии. Ну и как первый образец, как будет выглядеть цех, вот, поставлен один массив. Дальше эти массивы можно будет по-всякому тут разделять каким-то образом, как нам нужно будет. Но это все будет позже. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. И увидимся в следующих сериях. Всем до скорых встреч. Пока-пока.